Бери секатор, пошли учиться. Все равно не срезу. Итак, господа садоводы, вот это сеянцы Бродского. Он мне прислал абрикосовые косточки. Некоторые были очень похожи на персики, подозрительно. Вот я смотрел на листья. Вот там мелкие, мелкие, крупнее, крупнее, крупнее. И вот здесь листья жирничие. Значит, так как появились желающие повторить путь железного Бродского Латинкова, давай срезать. Вот некоторые были отрезаны, видишь? Почему? Потому что еще зимой были желающие. Сейчас мы за одним убедимся, подмерзли или нет знаменитые бродские абрикосы. Вот прекрасное молодое дерево. Посажена была косточка весной 2015 года. 15-го. Сейчас 2018. Считаем. В 15-м году росло, в 16-м все. 3 года ровные. Ну, это можно убедиться, они легко, возраст устанавливается. Так. Вот. Итак, прирост последнего года. Запоминай. Вот возьмем веточку. Вот она. Самые нижние почки, они мелкие. Они называются спящие. Отломись, ветка вот тут, вот отломись. Вот. И они тогда просыпаются. А пока они спящие, но они нам не нужны. Отсчитаем их 3 штучки. Так. Еще 3 оставляем на развитие. Нам на следующем году, если дело пойдет хорошо, а вдруг на 4-й год заплодоносит. Вот. Такой вариант не исключен. Вот. Почему не исключен? Дарья, смотри. 3 почки. Средняя, ростовая, по бокам приглядись. Я не знаю, хоть как-то я не умею с этим еще фотоаппаратом работать. Вот они или вот они. Цветочные почки. Значит, к дереву не подходили. Дерево не обрезали. Согласны? Давай поищем следы обрезки. Тем не менее, абрикос отсеялся от нуля. С весны 15-го года успел заложить цветочные почки. И мы ждем урожая этого года. Но мы ждем и ждут те люди, их немного, в стране их, это, таких, как я чуть не сказал, ненормальных фанатиков, 10-20, которые сказали, мы хотим, не дожидаясь плодоношения. И вот сейчас будем отрезать. Итак, почки, 1, 2, 3, спящие, 3 оставляем на развитие, и отсюда под углом 45 градусов сможешь делать, чтобы почку не повредить. И вот сделать вот так вот, под 45 градусов. И не, вот неопытная рука. Может быть, эти руки для другого. Встань туда, дальше пройди. Дальше пройди. Внимание. Внимание. Еще, еще, еще. Режем. Нажимай. Ну, так, ну, в принципе, потом замажем. В принципе, пойдет. А, Сергей Валерьевич, ты чем замазываешь? Я? Да. Долматова, у нас нет лишний раз похвалить мужика гениального. Ну, свой себе пузырек показать. Кому интересно, пусть мне обращаются, я вышлю. Так, ну практически получилось. Еще бы чуть-чуть бы еще на миллиметр меньше, и все. Теперь уже одного счастливца мы обеспечили веточкой. Так, твои когти пока еще не мешают, да? Тебе не мешают. Сейчас ты также, отсчитав 6 почек, срезаешь 1, 2, 3, 4, вот все это дерево. Вот на нем были наиболее крупные плоды, не плоды еще, а листья. А я пройдусь пока дальше. Давай, режь. Вот, это твой заработок. Веточка такая стоит 80 рублей. С плодовыми почками. Да, еще скажу, друзья, плодовые почки чем хороши? Они уже говорят о том, что это взрослое дерево недолго ждать плодоношения после прививки. У меня это случается обычно на 2-3 год, так? Но еще что вы должны знать. Некоторые учат их обламывать неправильно. Некоторые учат их срезать. Боковые почки, с боков которые. Неправильно. Не трожьте их. Пойдет расти только одна ростовая. Ни разу в жизни у меня на прививке не заплодносил абрикос. Яблони 1 из 1000 саженцев. Может быть, персики почаще. Но все равно очень редко. Поэтому эти почки, чтобы не делать раны, боковые, цветочные, пусть остаются. Вот это деревце Сережа Сергей Валерьевич будет сегодня срезать, потому что ему нужен белый налив. Еще я вам скажу,
Уважаемые садоводы, ваше увлечение этими самыми, как их называют-то, тропическими почти растениями, вы приходите на рынок, а там фотография, а на ней яблоко размером с футбольный мяч. Ну как пройти мимо? А потом у вас ничего нет. Вот. Возвращаемся к прошлому. Времена меняются. Мы, кстати, вот еще не замазано, видите, как надо обрезать на это черенки, на, ну как сейчас только Дарья учил. Вот. Вот так надо обрезать, посмотрели, ну издаля хотя бы. Вот. А Сергей будет резать отсюда. Так. Напоминаю, самый нижний фрагмент, который вы отрежете, он и будет самый ценный, после него этот, остальное выбрасывается. Потому что для нас это уже отходы, а для всего российского садоводства, это, учитывая уровень, это шедевры. Итак, посмотрели еще раз, белый налив. Рос. Он был посажен единственный без обрезки. В тех фирмах я порассказывал, почему. Я не отрезал крону специально. Почему специально? Я хотел показать, что в этом случае вырастет. И выросла вот так вот палка, вот до сюда она росла. Вот здесь раздвоилась и снова росла. И на ней было несколько яблочек. Вот, на второй год. Все. Потом, когда я фильм сделал, дальше растить урода я уже не мог. Еще раз говорю, без обрезки пересадка должна быть исключена. Вот, как это. Вообще, как величайшая глупость. Только с обрезкой. И вот он, обрезку я сделал, получается, весной 2017 года. Вот. И, посмотрите, обросло вот такими ветками. И это все пойдет уже для того, чтобы вы могли приобрести белый налив. Один из классических сортов, знаете, как я называю белый налив? Сказать? Жигуль первой модели, та самая копейка. Надежная, прочная, скорее итальянская, чем российская. Вот что такое была Жигуль первой модели. Вот, ВАЗ-2101. Вот перед вами 2101. Он должен быть в каждом саду. Я это называю страховой фонд. А потом уже экзотика. Потом вы купите саженцы на рынке. Рядом будет стоять фотографии с размером плодов, с футбольный мяч. А потом все. Останется белый налив. Зато ваши дети будут с плодами. Да, у молодых деревьев очень приятные, вкусные плоды. Кисло-сладкие, но вкусные. Бывают с розовым оттенком. Вот. Ростовчанин у меня в гостях был. Сказал, вкуснее не едал. Рядом висели жигулевские, мелбы висели. Квинти висели. Нет. Он сказал, что белый налив самое вкусное, что он ел в жизни. Не успеешь начать, уволю. Мне же нужен контроль. Ага, контроль. Бояться надо, правильно. Давай еще раз. Вот смотри, вот это спящие почки, вот одна, вторая, третья. И вот это еще не тянет на полноценную. Считаем полноценную. Раз, два, три. Вот, да, вот тут вот режь. Вот. Вот и все, как просто. Как отличить саженец, который вырос на месте? Я как-то показывал, остановился на вот эту. Подумайте, что я тоже любитель. Помните, сколько я камеры эти с ненавистью их упоминал? Потому что в них гниют абрикосы, яблони, груши, сливы. Стоит посадить такую камеру. И вот, соседу я, места не хватило, прорежал, отдал, и он посадил вот эти вот. Я сам ему сделал обрезку. Вот она, раз, два, три, четыре. Пятый или где-то маленький, или его не видно. Вот, вроде пять давал. Для чего показываю? Посмотрите, пересаженный, как отстал в росте. Заметили? Еще раз. Вот эти вот трехметровые. Вон. А эти отстали в росте очень сильно. Вот что дает пересадка. Вот. И не исключено, что если взять вот там вот где-то в самом низу, сделать бы, но не делать же, как бы мысленно представить разрез, уже пересаженным, возможно, будет внутри чернеть сердцевина. У этих никогда, потому что посажены были по всем железовским правилам. А пересаживал сосед, догадывайся, что это значит. Это значит, что, хотя он также не поливал, как я, но сам принцип пересаженный саженец калека, даже мой,
Я остаюсь при этом мнении. Вот мой присаженный коллега. Он будет плодоносить. Это же не просто сорт. Сорт Сихотелинский горчик. Объясняю, что такое горы Сихотелине. Приморье относится к второй зоне. Вот. То есть считается теплым. Но пустите, это побережье. А Сихотелине это минус 40, минус 50. Вот. И если вот эти абрикосы, сеянцы, у них они потомки довольно крупных, то есть плоды были очень крупные, судя по размеру косточки. Вот они как минимум должны тянуть на 30-50 грамм. Потому что когда-то был знаменитый абрикос Вологодский. Ищут, так вот, в Вологде, в Вологодской области, ищут вологодский абрикос. У меня такое подозрение, что его никогда не найдут. Сергей Валерьевич, эпидемия яблок не кончилась. Вся очередь сказала, что у них яблоки последние погибли в этом году и в прошлом. Вот. Все называют моим легким слов раком. А я фильм сделал, у него 100 тысяч просмотров, да? Вот. Называется «Рак яблок, как бороться». А на самом деле это не рак. Это я слово «рак» применил, чтобы напугать. Вот. Только напугать. На самом деле, учитывая скоротечность, у нас раком многие деревья до того болели и плоды давали десятки лет с раковыми этими опухолями. Вот. А это похоже на вирус. Вот. А меня уже мордой натыкали, когда фильм вышел. Ничего не понимаете, это вот такой тут грибок. Так ты скажи, как теперь избавить людей от него? Вся округа, вся Хакасия осталась без яблок. Превращение питомника в маточный сад. Вот сейчас я вам покажу. Видите ленточки? Вон она ленточка. Это значит, что одно из лучших саженцев на вид, таких мощненьких, здоровеньких, останется здесь навсегда. Вот она с ленточкой. Видели? Вот. Многие за него готовы отдать, чуть не сказал, душу. Вот посмотрите, это венгерка. Видели? Вот. А венгерки, они вообще-то не рослые. Вот это вот. Вот это вот венгерки. Венгерки вот они какие. Это за один сезон. Вот, вон еще ленточка. Значит, что-то редкое растет. Ради интереса. Вот эти два колновидки, это я прививал вот, годом раньше. Они стали вот первый год, вот он. Вот. Он был маленький, хиленький. Второй год. Вот. Видите, морозы были какие. Верхушка отсохла. Отсыхание верхушки приведет к тому, что он станет обыкновенным. Вот отсохшая верхушка. Он станет обыкновенным карликом. Вот. То есть их все. Эта судьба ждет всех колновидок во всей второй, третьей, четвертой зоне. А вот это вот я взял специально для эксперимента. Сделал то, чего не положено делать. Я обрезал половину. Вот такие выбросил жалкие побеги. Вот она еще для того, чтобы лучше прижилось. Она еще раньше станет обыкновенным раскидистым карликом. Вот. Совершенно ненужное дело.